Президент Путин поручил правительству к 2016 году передать в частные руки объекты ЖКХ всех государственных и муниципальных предприятий, деятельность которых признана неэффективной. Накануне глава государства озвучил комплекс мероприятий, которые необходимо осуществить в ближайшее время. Так, кроме приватизации неэффективных объектов до 15 ноября этого года, президент поручил утвердить комплекс мер по подготовке и повышению квалификации кадров для обеспечения эффективного управления в сфере ЖКХ. К 2017 году не менее чем в полтора раза должно снизиться количество аварий при транспортировке коммунальных ресурсов. А вот к 2020 году правительство обязано организовать процесс модернизации коммунальной инфраструктуры, а именно привести в порядок основные фонды коммуналки. На первичное восстановление фондов ЖКХ потребуется свыше 9 триллионов рублей. Если не изменим ситуацию в целом, эта цифра будет расти. Я считаю, что необходимо привлекать частных инвесторов. К тому же, руководителям регионов поручено принять меры, направленные на расторжение договоров с предприятиями ЖКХ, систематически не выполняющими обязательства по предоставлению соответствующих услуг. А органам исполнительной власти, в свою очередь, необходимо провести проверку муниципальных предприятий ЖКХ для выявления признаков аффилированности их руководителей и должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления, подчеркнул президент.